Фильм номинирован на 119 наград и получил 48 из них. Наиболее значимые – лучший фильм, лучший актер Рассел Кроу, лучший дизайн костюмов, лучшие визуальные эффекты и лучший звук. Так что фильм действительно заслуживает вашего внимания. Здравствуйте, с вами Киномир и фильм «Гладиатор». Несмотря на популярность, фильм действительно многие не видели, что может быть исправлено сразу после нашей программы. А я расскажу о самых интересных фактах, касаемых этого фильма. Итак, для съемок начальной битвы с германцами были построены две катапульты в натуральную величину. Каждая из них весила около тонны, а снаряд, выпущенный такой катапультой, улетал на 140 метров. Стоит отметить, что настоящие катапульты были способны поражать цель на расстоянии 250-300 метров. В сценах, проходящих в Колизее, лишь две трибуны были действительно наполнены статистами. Остальная часть массовки была прорисована на компьютере. В стартовой сцене фильма, где главный герой идет по полю и проводит рукой по траве, на самом деле задействован дублер Рассела Кроу. Посетив настоящий Колизей, Ридли Скотт отметил для себя его достаточно небольшие размеры. Поэтому, разрабатывая макет декорации, Скотт увеличил реальные размеры сооружения чуть ли не в два раза. В действительности, Коммодус был единственным римским императором, позволявшим себе время от времени выходить на арену. На самом деле погиб он вовсе не на арене. Он был задушен в комнате для переодевания атлетом по имени Нарцисс. Именно так и хотели назвать героя Рассела Кроу в первых вариантах сценария. Роль Максимуса была специально написана для Мела Гибсона, но актер по каким-то причинам отказался от съемок в фильме. Меня зовут Гладиатор. Не смей отворачиваться от меня! Раб, ты снимешь шлем и назовешь свое имя. Меня зовут Максимус Децим Меридий, командующий северными армиями, генерал из Спасских легионов, верный слуга истинного императора Марка Аврелия, отец убитого сына. И муж убитой жены, в этой или следующей жизни, я отомщу за них. Убейте его. Сразу скажу, что этот фильм охватывает множество проблем, и каждый выделит для себя то, что по его мнению важно. Так что ваше мнение может не совпадать с моим. Любитель боевиков может сказать, что в фильме главное были гладиаторские бои, но любитель истории скажет нам, что все дело в ней, в истории. Фильм на самом деле охватывает многое. Делайте выводы сами.